Жесказганским рабочим пообещали, вынужденных отпусков не будет, зарплата сохранится в прежнем объеме. Успокаивать рабочих, обещавших массово выйти на акции протеста, приехало руководство корпорации «Казахмыс», аким Карагандинской области и вице-министр. Рабочие высоким гостям поверили и в намеченную дату на митинг не вышли. Ну, обещали ли вот это Сагынтаев, первый премьер-министр, зам, приехал сам, ага, все, обещали, все, говорит, все остается на своем месте, 100% заработная плата. Но завод будет останавливаться на 2 года, 3 месяца. Модернизация будет меньше. Мы все довольны сегодня, все, не только я, вот это, анодное отделение, плавильщики, все это поддерживали сегодня. Все нам как объяснили, все нормально, хорошо. Заводчанам пообещали, их всех на 2 с лишним года переквалифицируют в строителей. Рабочие будут перестраивать родной завод под новую руду. Вновь запустить предприятие обещают в 2016 году. Сказали, что будет 100% зарплата, люди будут работать, своими силами будем разбирать, потом новое собирать. Вообще отреагировало правительство очень быстро. Только обратились, потому что все приехали. Жесказганский общественник Берик Жагипаров, в прошлом шахтер одного из предприятий «Казахмыса», не верит обещаниям своего бывшего работодателя. Цель этих обещаний – сбить накал страстей в городе и не допустить новых акций протеста, уверен общественник. В мире нет такого капиталиста, который за просто так будет платить такие деньги. И думаю, как бы понимание придет, эту информацию обмозгуют люди, продумают, что и придут к мысли, что как бы их обманули. Имеющий свою точку зрения активист давно попал в немилость местных властей и руководства корпорации. В прошлом году руководитель «Казахмыса» Эдуард Агай написал заявление в КНБ, прося привлечь общественника за разжигание социальной розни. Сейчас, во время очередного обострения ситуации в городе, Берика Жагипарова вызвали уже в прокуратуру. Претензии у правоохранителей те же – разжигание социальной розни путем публикации в соцсетях. Берик с обвинениями не согласен. Ну, социальная рознь, они объяснили тем, что я как бы травлю рабочих на своих руководителей, то есть на Угая, на других руководителей. Но я как бы наоборот, я сам упрекнул прокурора, говорю, не я же заводы закрываю, не я же там увольняю, не я там зарплату срезаю. Почему именно за эту ситуацию должен нести ответственность я? Сейчас в городе все спокойно. Завод и другие предприятия корпорации «Казахмыс» работают в обычном режиме. Рабочие надеются, что их градообразующее предприятие не закроют окончательно и Жесказган не превратится в очередной город-призрак.